сейчас. Просто скажи, кому я прощаю, или скажи имя. Бог слышит тебя. Чтобы это исцеление, которое нуждается, пришло в твое сердце. Может, ты просто через интернет смотришь. Просто исповеди. Я прощаю своей жене, я прощаю своему брату, прощаю своему работодателю. Что бы ни было, что Господь был в твоей твоей. Что пришло исцеление в твое сердце, ибо Иисус заплатил. Ибо как мы прощаем грехи нам, так и Он прощает нас. И потом мы со знами переселен, ибо Иисус совершил это. И боль мою исцеляла, исцеляла ранами Иисуса, исцеляла. Да, я исцеляла, исцеляла ранами Иисуса. Повернись своему соседу. Исповедуй это ему, ты исцелен. Исцелен, исцелен ранами Иисуса, исцелен. Кто-то нуждается в объятии, обними его. Исцелен, да, обними своего соседа. Аллилуйя. Ранами Иисуса, еще раз вместе исцелен. Аллилуйя. Аминь. Исцелен, исцелен ранами Иисуса, исцелен. Да, ты исцелен, исцелена ранами Иисуса, исцелен. Ранами Иисуса исцелен, ранами Иисуса исцелен. Аллилуйя! Слава Богу! Аминь! Аллилуйя!